Теперь ты мне будешь помогать. Иди сюда. Иди. По очереди будешь доставать бумажки оттуда, откуда-нибудь, снизу как-нибудь, ладно? И будешь говорить мне номер, окей? Итак, первый приз. Мы разыгрываем вот такой замечательный набор для очистки линз. Тряпочка, маркер, все как положено. Доставай. Доставай. Оп. И это номер. Знаешь цифры? Нет. Но честно. 77. Так, Алиса, молодец. Давай дальше чудеса творить. Доставай следующий номер. Итак, номер. Это 46. 46! И 46 номер у нас получает флешку для фотоаппарата. У-у-у! У вас есть фотоаппарат? Будет. А флешка у вас уже есть. Первый шаг к фотоаппарату вы сделали. Поздравляем вас. Все, отлично. Алиса, молодец. Так, следующий у нас подарок. Такой уже покруче с тобой будет. Смотри. Бидим. О, это штатив. Нужен штатив? Все вопросы к Алисе. Алиса, доставай следующий номер. Так, давай. И это номер 219. Мы сейчас разыграем сертификат на 3000 рублей, который можно использовать на любые, как оплату за любые курсы, мастер-классы в нашей фотошколе здесь, в Ярославле. Вот. А курсов и всяких у нас очень много, вот, и они будут здесь постепенно запускаться, поэтому вот такой сертификат на 3000 рублей. Доставай. Так. И это номер. Покажешь мне? 197. Сейчас мы... Ну, наш преподаватель об этом, конечно, не знал, пока я не приехал. Мы разыграем сейчас вот что. Персональную фотосессию от преподавателя Лайк фотошколы Руслана Курдюка. Вау! Доставай. И он достается. Спасибо, Адель. И это номер 218. Читать умеешь? Здесь написано: подарочный сертификат дает право на прохождение курса основы фотографии длительностью 3 недели. Прикинь? Вот, за 16800. Нифига себе. Достаешь, давай перемешаем еще. Давай перемешаем. Все, засовывай. Кто это? Хотите? Ага. Итак, это номер. Давай, 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 там находи самый. Это номер 171. Оу, отлично. У вас есть фотоаппарат? Супер, у вас еще есть и курс по обучению. Вам вот нужно будет на сцену выйти, чтобы нас вот с сертификатом тут вот это все. Вы рады? Конечно, ты рады, я тоже рад был, что нет моего билетика там. Отлично, выходите, как вас зовут? Мария, вот ваш сертификат, давайте сфотографируемся.